Всем привет! На этом видео у нас Sony LT26i заблокированы под пароль, под блокировку, блокировка кодом, так скажем. И, значит, разблокировать никак, потому что в этом телефоне не встроен рекавери меню. Делаем установку драйверов сейчас для прошивки наши драйвера на рабочем столе. Заходим в мой компьютер, управление, диспетчер устройств. Через диспетчер устройств мы сейчас будем устанавливать драйвера. При этом мы должны отключить телефон, зажать звук минус, кнопку звук минус и подключить к компьютеру. У нас появится новое устройство. S-Boot, S1 Boot Download или SEMC какой-то флеш. И выполнить поиск драйверов на этом компьютере. И выбираем ту папку, которую только что вначале вам указывал. Вот. Нажимаем далее. И все равно установить этот драйвер. Все. Вот. SEMC Flash Tool Device. Flash Device. Наше устройство установлено. Все, я запускаю программу Flash Tool 64. У меня Windows X64, Windows 7. Все, после этого. Так, запустили Flash Tool, нажимаем на значок молнии. Flash Mode выбираем. Прошивка у нас по этому пути. Вы можете сами выбрать, ну, я рекомендую тот, который программа сама просит. В общем, выбираем эту прошивку, ставим галочку User Data, чтобы сбросить графический ключ, нажимаем Flash. Ждем, когда программа запросит подключить телефон. Вот. В этот момент мы должны зажать кнопку громкость вниз и подключить телефон. Вот зажимаем звук минус и подключаемся к компьютеру. Все, пошла прошивка и ждем окончания полного. После этого сообщения мы должны отключить телефон. Я подожду еще секунд 10-20, чтобы полностью завершилось. Все, теперь я отключаю наш телефон. И запускаем. Была вибрация. И ждем полной загрузки. Ну, как видим, наш телефон загрузился. Здесь сейчас у нас идет запрос о языке. Русский язык уже выбран. Все, окей. Принять. Ну, в общем, все. Вот телефон как бы и заблокирован. То есть разблокирован. И все работает. Все функционирует. В общем, кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся. Всем пока.